Всем-всем привет, друзья мои! Ну вот и лето пришло. В Англию тоже наконец-таки. У нас стоит очень хорошая теплая погода уже, наверное, неделю. И вы знаете, как раз все это совпало и с выходными, и с Bank Holiday, как у них тут называется, был выходной, ну а еще и детские каникулы. И, наверное, все-таки послабление с этим несчастным ковидом сейчас. Так что я сейчас еду с вами на пляж и покажу вам, сколько народу там у нас сейчас на пляже. Англичане. Немножко объясню и поясню, почему именно англичане. Если кто-то не знает, то расскажу. Как обычно, садитесь поудобнее. Начнем, друзья. Но вначале я покажу вам одно очень интересное видео и расскажу немного для тех, кто никогда, может быть, не жил на берегу океана и не видел, какие здесь бывают большие приливы и отливы. Я об этом рассказывала, что 2-3 бывает метра, но не впечатляет. А вот сейчас я вам покажу наглядно, как у нас приходит и уходит вода за сутки. Вот давайте, у меня сохранилось несколько видео на одном и том же месте. Специально для вас я хочу это показать. И вы же знаете, понимаете, что я хочу вам всегда показать на контрасте все. И вот сейчас я пришла специально к этому углу. Давайте его сейчас мы посмотрим и запомним. Повнимательнее, пожалуйста, посмотрим на этот угол. Видите, люди загорают там под стеночкой. Я стою вот здесь, как я стояла когда-то, тут же, на этом же месте. И что здесь было у нас в декабре? Давайте посмотрим. И посмотрите, то же самое место, где у нас захлестывала туда вода, к этим домам. Посмотрите, как ушла вода и как это побережье выглядит сейчас. Просто неузнаваемо. Вот отсюда будет более понятно. Обратите внимание, вот здесь волна заливала все. И вот покажу сейчас вам высоту вот этой дамбы. Вот я показываю вам с противоположной стороны. Вот там наверху идет пара. А это вот 5-метровая такая здесь огромная защитная стоит дамба. Смотрите, как захлестывают волны. Это же они захлестывают уже туда даже до стенки и почти до дома долетают брызги вот до этого. Видите, как страшно. Как здесь люди живут, я не представляю. Хотя у них, конечно, и есть там стенка, посмотрите. О, да им там забрызгивает даже просто на эту их территорию. Ничего себе. Ничего себе. Надеюсь, вам более понятно, насколько высоко поднимается вода в прилив.
Иной раз даже трудно себе представить. Выше 5 метров, иногда на 6 метров подъем воды. Сегодня океан, посмотрите. Видите, какая большая вода. Смотрите, какие волны здесь захлестывают. Очень опасно, посмотрите. Ну и потом, вы же понимаете, что не лето. Сегодня у нас плюс 10, декабрь месяц. Просто вот эту стихию хочу показать вам. И сейчас здесь все выглядит так безобидно. Так спокойно, тихо, посмотрите. Открытый берег, песочек. Гуляют люди. Вот. Почти, наверное, на 200 метров сейчас ушла вода туда. Ну, а когда вода сюда подступает, кто не спрятался, я не виновата. И эта вода, она приходит каждые сутки. Посмотрите, здесь вот живые такие раковины. Они ждут, когда вода опять придет. Было бы, знаете, здорово сделать такую ускоренную съемку. Целые сутки посвятить, поставить сюда камеру, да, как делают ученые, и смотреть, как прибывает вода. Но это я этого сделать не смогу. Вернее, слишком много времени займет. А, наверное, вряд ли кто-то это сильно поймет и воспримет. Людей уже вообще трудно чем-либо удивить. Ой, мне даже страшно. Ой, хотела туда дойти до конца, но сейчас попробую все-таки дойти. Покажу вам эту прелесть. О. Да, волны сегодня огромные у нас. Но, вы знаете, и это еще не все. То, что сейчас ушла очень сильно здесь вода, это получается порядка 6 или 7 метров вода уходит в отлив. Я имею в виду по высоте. Вот. Хочу еще раз показать вам все это, как это выглядит. И вот смотрите, что теперь. Да, я не знаю. Так, наверное, что у этих людей, которые здесь... Ой! Вот она так бухает. Это вода, что мне просто страшно. Вы знаете, кажется, что водичка, ой, такая замечательная водичка, такая спокойная, да? Ну, не знаю, мягкая, когда плаваешь. Но когда бухает вот такая волна, она же с ног сбивает на раз. Представляете? Я все-таки сейчас даже не знаю, что вам тут рассказывать. Рассказывать ничего не получится, как вы понимаете. Я просто хочу вот показать вам вот эту стихию. Еще хочу обратить ваше внимание, как много у нас людей сегодня. Сегодня у нас, как я уже сказала, первый день лета. Температура плюс 24. Вода такая, что кто-то пытается купаться, но не все. Вода еще холодная все-таки. Сейчас в Англии школьные каникулы, детки отдыхают. Я гуляю здесь и разговариваю, конечно же, с людьми. И я вижу, что многие приехали из Лондона на выходные, на каникулы. У меня многие опять жаждут людей, а я наоборот.
А почему-то у меня вот другое впечатление по этому поводу. Мне кажется, что гораздо лучше смотреть, когда здесь просто стихия, океан, бушующие волны, и только мы с вами. Где люди, вот вам и люди. Я хочу повторить для тех, кто еще не слышал мой ответ. А многие спрашивают, а где у вас люди на острове? Почему людей так мало? Почему их вообще нет на улицах? Я сейчас постараюсь ответить на этот вопрос для всех. А остров Уайт считается жемчужиной Англии. Самый южный берег английского материка. И вот он точно так же ценится, как и, наверное, полуостров Крым. Да он даже и похож на него, кто посмотрит повнимательнее. И красот здесь, которые я вам показываю, их немерено. Я еще даже части не показала всего, что здесь существует. Так вот, понимаете, здесь туристов с других европейских стран практически не бывает. Туристы бывают только те, которые точно знают, куда они едут. А таких, уверяю вас, не очень много. Это бывает вот французы, конечно же, знают, ну, потому что они живут на другом берегу. И знают некоторые очень уж осведомленные граждане. А в основном сюда приезжают только сами англичане отдыхать на каникулы. Они берегут этот остров для себя. Они стараются его, знаете, вот как-то не афишировать особенно. Потому что вы, наверное, тоже знаете, что чем больше туристов, конечно, этот бизнес нравится всем туристический. Поэтому, пожалуйста, попытайтесь понять одну простую вещь. Чем больше туристов посещает какое-то место, тем, значит, оно обесценивается больше. Там грязь, мусор, уже совершенно не та экология. Да и вообще, понимаете, обычно очень много людей посещают те места, которые и по цене доступны. Вот. А вот такие вот уголки специальные, эксклюзивные, которые чаще всего именно для избранных людей, ну, в скобочках могу сказать, для людей с хорошим достатком. Вот один из таких, одно из таких мест, это наш остров Уайт. Поэтому, друзья, когда бы еще вы увидели всю эту красоту? А вот сомневаюсь я. Сюда попасть очень сложно. Ну, уже теперь, конечно, многие знают этот остров. А я почти уверена на 100%, что раньше, даже если вы знали что-то об Англии, ну, в лучшем случае вы знали остров Мэн. Вот он такой промышленный все-таки, этот остров на севере находится. Он совершенно другой. А вот остров Уайт, Isle of Wight, это жемчужина, которую я показываю вам. Поэтому, понимаете, вот не надо как-то вот так вот странно к этому относиться. Потому что чем уединеннее место, тем оно красивее, изысканнее. И, понимаете ли, труднее попасть сюда. Надеюсь, я объяснила популярно, доходчиво и достаточно. Да и еще, знаете, даже если кто-то уже узнал об этом острове, и если кто-то решил сюда попасть, вы, возможно, конечно же, попадете. Но уверяю вас, что те места красивейшие, которые я вам показываю, вряд ли вам покажут обычные гиды. Ну, это вы, по-моему, уже как бы сами понимаете.
я что хотела сказать. Наш остров Isle of Wight, наверное, будет затоплен один из первых, если вдруг... Ой! Ой! Ой, он до меня, вода добивает. Ой, вы посмотрите, что делается. Боже мой. Нет, нет, я туда на край не пойду. Уже и до края добила. Не дает мне вам даже рассказать. Вы же слышали о глобальном этом потеплении, да? Ой, уже давно говорят о глобальном потеплении. Но там сейчас какие-то новые открытия сделали ученые. Они же там Арктику все изучают. И вот сказали, что, значит, эти сползают ледники. Как-то, в общем, они перемещаются, и если сползут они постепенно, они сползают постепенно, если они все-таки сползут в океан в мировой, то сразу эта огромная толща льда и снега, она поднимет уровень океана очень намного, я даже не знаю, они не берутся предсказать, насколько высоко. И говорят, что затоплены будут очень многие... островные государства. И вот, наверное, что остров Isle of Wight будет затоплен полностью, потому что если у нас даже и без этого глобального потепления, посмотрите, что происходит. Большую воду, это же просто кошмар. А вот поэтому здесь пирсику я только что гуляла. Сейчас покажу вам, чтобы вы это разузнали и поняли. Вот вообще, вот что впереди я вам показываю, это же прогулочный такой пирсик, помните? Я часто гуляла по этому прогулочному пирсику. Здесь можно пройти только когда отлив, а иначе уже здесь заканчивается проход, и вам туда уже не пройти, вам придется обходить по верху. Что я сегодня утром и сделала. Несмотря ни на что. Как классно видеть такие волны. Продолжаю показывать вам эту прелесть. Посмотрите, с водой и без воды. Я вот, кстати, не помню, когда-то нас учили, что то ли глубина воды, то ли чистота воды определяется вот таким вот белым диском. Белый диск опускается вниз в воду, и вот наблюдают, когда он полностью скроется, чтобы его не было видно, на какой именно глубине. И вот так вот определяют, по-моему, чистоту воды. По-моему, чистоту воды определяют белым диском. Я помню, что это на озере Иссык-Куле, на озере Байкал. Вот именно таким образом проводили эксперименты. Это еще когда я училась в институте.
Ну, надеюсь, что хватит на этом. И прогулка моя. Мне еще, правда, до машины еще идти 2 км. Но ничего. А я на этом с вами заканчиваю свое видео. Еще увидимся, друзья. Всего вам доброго. Берегите себя. Пока-пока.